Я оттуда ехал, и он выбежал передо мной. Он один, что ли? Один был. Трезвый, пьяный? Вот это я не знаю, увезли его уже. Наезд произошел на улице Декабристов. Молодой человек за рулем отечественного автомобиля двигался в сторону Восстания. Я-то ехал, я уже тормозил. То, что, ну, красный горел еще мне. Потом зеленый загорелся, я уж дальше поехал. По газам дали. Да. Ну как, не сильно уж по газам. Поехал уж, дальше тронулся. Водитель рассказал, что скорость движения была допустимой, хотя о силе удара можно судить по повреждениям машины. Мужчине, на вид которому около 25 лет, вдребезги разбил лобовое стекло машины. Более того, после удара он отлетел метров на 10 вперед и упал на асфальт. До приезда медиков неотложки первую помощь поспешили оказать очевидцы и сам водитель. Ну, он упал, лежал, кровь была, скорую везла его. Водитель уверен, что мужчина выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и свою вину признавать не спешит. Однако по правилам дорожного движения у пешеходов есть всегда приоритетное право, независимо от наличия переходов, светофоров, знаков, либо же их отсутствия. То есть при совершении ДТП на переходе виновным всегда считается водитель. Артем Михайлов, Лейсан Латыпова и Сергей Ткаленко. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.